Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1377. Разбор ответов архимандрита Амвросия Юрасова. Книга 2, вопрос 233. Как вести себя с народом, начинающему священнику? Что должно быть главным в отношении священнослужителей и паствы? Отвечает Амвросий Юрасов. В первый же раз, как стал я исповедовать, подошла ко мне девушка лет 17 и покаялась, что 6 раз причастившись, выбрасывала тело Христово. Я пришел в ужас, стал объяснять ей, что это тягчайший грех богоубийства, и после длинного наставления предупредил: причащаться тебе нельзя, пока не станешь христианкой. Однако через некоторое время она снова появилась и с тем же. 7-й раз выбросила святые дары и спокойненько так рассказывает. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. С этой девушкой все понятно. Страшно другое, что, рассказывая это, отец Амвросий абсолютно ни одной молекулой, ни одной порошинкой не касается того ужаса, какой творится в Московской Патриархии. Она только в этом созналась, а сколько было в действительности, это как у воров. Он попался один раз и сознался в 4 кражах, а 444 остались нераскрытые. Я знаю, о чем говорю, ибо было у меня с ними много задушевных бесед. Если бы сейчас в любой из храмов патриархии зашел апостол Павел и посмотрел бы, что там творится, кто там бродит, на эту торговлю Иудину, на эти нечистые свечи, на этот проходной двор, когда любой может причащаться, на исповедь во время богослужения и прочее, то не спросил ли бы он кого-либо из тамошних, а что за вера здесь и что здесь делается? Русская зарубежная церковь хвалится, что они сохранили все неповрежденным, как было до революции. Я ездил много по Америке, жил в монастыре, сказал им: вы ничем не отличаетесь от Московской Патриархии. Точно так же не Евангелие на первом месте, а богослужение. Точно так же церковно-славянский язык. Точно так же нет рождения свыше, встречи со Христом у вновь пришедших. Но когда архиепископ Берлинский Марк был в Тюмени и зашел в собор и постоял там, и спросил у сопровождавшего его протоиерея: а что здесь делается? Ибо в разных местах читались разные акафисты, заказные молебны, отпевания, многогласия, против которого боролся кружок ревнителей Аввакума и Никона. «Ни выправить, ни научить вы уже не сможете. Ваши же сослужители задушат вас. Сегодня православная церковь – это проходной двор. Любой приходи в любое время и причащайся. Начинать нужно вот с чего. Сделать правильным вход в церковь. Не через исповедь начинать, а через принятие Христа, через открытое покаяние, как было в первоапостольской церкви. Должно быть четкое членство, и вы должны знать всех до единого, как знают у баптистов, хотя у них есть общины по несколько тысяч человек. Поучитесь у них, пока есть время. Пирочинский инок, кажется, Мирон, понял. Пирочины, пещер. Сейчас перечитаю. Печорский инок, кажется, Мирон, перекрестился, глядя на иконы, и стал молиться на грядущий сон,
читать неспешно и творить поклоны. Бесенка затошнила от старания, сует под нос грехов рукописания. Послушник глянул, помутился свет, одна тоска, молитвы больше нет. О, этот грех! Да как я только мог, а этот помысел? Ну, куда годится? Да как такого только слышит Бог? Да слышит ли такого проходимца? Скочил на ноги, к старцу припустил, чтоб на уход от сель благословил. С улыбкой молвил старец: отдышись. И глянул на послушника с любовью: сначала сам с собою умирись, и умирятся небо и земля с тобою. Иеромонах Роман.